Актуальные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей обсудили сегодня в Ханты-Мансийске сенаторы от разных регионов России и депутаты Думы Югры в ходе выездного заседания Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации России во главе с его председателем Вячеславом Тимченко. Парламентарии Югры поделились опытом взаимодействия с участниками СВО. В регионе сегодня действуют 32 меры поддержки, часть из них уникальны для России. Новые льготы для бойцов создают, исходя из запроса самих военнослужащих. Также в ходе своего визита в Югру делегация Совета Федерации проведет совещание на тему контроля за деятельностью муниципального самоуправления.